Все, давай, быстрее запускай, пока он, блядь, не передумал. Сука! О, это правильно. Я сразу пишу. Они, я только нажимаю, он выливает специально. Этого я никто оставляю, потому что это... Чувак, нормально. Подписано тебе, да? Ну, типа того. Ну, в смысле, типа того? Ну, да. Так, а тут что, тоже заходить не будем? Уничтожьте ответ врага. Да. А, нет, тут до респы, короче, сейчас. Пока до 40 секунд, да выйди. Я тебе покажу, докуда доходит. Видишь вот эту линию? Вот она. Вот до вот этой линии ты не заходишь. А я не захожу до твоей. Ну в смысле, да. Вот. А я не захожу до твоей вот этой. Короче, контейнер вот этот вот, да, вот этот вот. Да, 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 да. Все, ну, давай. Все, давай, что, погнали. Погнали. А ну-ка, сейчас, секундочку. Во. Я просто ППС больше делал. Ох, ё. Ебать, ты уже за трактор чуть не заехал. Так за трактор можно заезжать. А, блядь, точно, я и забыл. Короче, ребятки, играем мы один на один с планом, с чуваком с моего города, на медах. Блин, уже счет. Я не заехал за это, блядь. Мы играем в стандартках, полностью кроме ботинок и перчаток. На бедах. Он мне либо и заплатит. Да как так? Почему не шот? У меня все стандартное стоит, кроме перчаток и этих. Ах ты ж, сука. Это что за бредячка? Не знаю, я тебе отвечаю, я тебе потом даже заскриню, что у меня стояло, и покажу. Вот, в смысле? Я тебе не шотный, реально. Блять, ну я не знаю почему, ты просто не попадаешь. Сука. Ой, блядь. Окей. Играли мы первую каточку на штурмах. Уже тут, сука, сидишь, блядь, да? Я не записал звук. Я его 17-14 играли, ну, на да. 47. Ах ты ж, блядь, такая. Сейчас он согласился поиграть на метод, точнее, он предложил. А ты, говоришь, не шотаешь мне. На бедах я играю не очень так сильно хорошо. Ебать, прикинь, у меня тоже урон не прошел. Ну хотя вот, я тебя попал. Что за бред? Не, просто когда я только начал, короче, нормально. Иди нахуй. Ебать, я даже не стреляю. Да блядь, это я жду нахуй. Поменьше там есть? А то мне монетизацию понизит. Окей. Придется сидеть где-то кинуть. Ты чё, ты мне броню одним разом выстрелом всё снял? Охренеть. Капец. Я понял, почему не шотает. Броня-то всё равно есть. Надо было всё снять. Ой, как хорошо. Ещё и хэдшотик. Ништяк. Прилетело. Ах ты, падла. В смысле, не шот? В смысле, блядь, ты заряд взял? Счет приравняли 6-6. 6-7. Так я еще играю, пацаны, не на полном экране, из-за этого мне немного пролазит. Нихера тебя вынес. Капец, ты тихо... full quest нанес мне. А чё, можно лекаться, что ли? Ну да, а чё нет? Ну что, я не знаю.
Ой, как! Я тебя отпрыгнул под катик. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, короче, один наушник снял, то у меня наушники потирают уж капец жестоко. Ну, Надя, вообще без хп, слышишь, чё? Тормози, кони. Я успел зайти за стеночку. Ай-яй-яй, в смысле, как? В прыжке. Окей. Фух. Штучки. Я слушал шаги, когда ты бежишь. Но все равно. Ох, не, бинелька это тема, я тебе хочу сказать. А еще лучше реминг на корону, вообще тема. Ай-яй-яй. Перезаряжаемся. Ах. Как так ты выехал раньше меня? Что за бред? Я только... прикинь, на каком расстоянии в ваншоте. Хренен, вообще ствол нравится. А, блин, надо было стрелять без конца. Фух. Что? Я тебя видел. Я видел тебя. What the fuck? Я тебя пропустил, наверное, когда ты прокатывался из базы. Что? Вообще ништячки. Мне надо его 4 раза убить. За 2 минуты, это капец. Ах ты ж. Не, дробовик это вообще тема. Ага. Что за бред? А я не знал, что туда можно заходить. Так, там же еще линия. Ты же можешь по линии ходить. Да я понимаю. Блин. Вообще, наверное, там хп нет. У тебя же броня не восстанавливается, правильно? Сейчас ваншотик. В смысле ты бить? Ты где? Фух. Я вообще не еле нашел. Ходил тут вокруг трактора. Убить остается 3 раза. За 40 секунд, но это теряет. Ах, давай быстрее, быстрее. А ща выхожу. Буду стараться поспевать. Что-то я выехал. Я не думал, что подкат туда пошел. Почему-то в прицеле он как-то в этот бок идет. Ну, есть... что, догнал меня? 17-17, блин. Ай, блядь.
Сам себя, прикинь, раскрочил. Блин, я мог тебя выиграть, блин, свободно. Ой. Короче, у нас счет 17-17. Спасибо за помощь, я никто.